Кто там? Это ваш сантехник из ДЭЗа. Здрасте. Доброе утро. Извините, пожалуйста, а вы один дома? А что такое? Да я смотрю, вы не из душа, а к нам в подвал от вас что-то течет. Да быть такого не может. Да. Ну, пойдем посмотрим. А может, кто-то еще мылся? Да никто не мылся. Кто мог мыться? Дом старый, трубы... Оп. Алло. Клим Михайлович, я от Виктора Евгеньевича. Там на улице за дверью для вас подарок. И потом посмотрите по телевизору новости искусства, канал ТВЛ. Эта находка претендует на то, чтобы стать, пожалуй, самой значительной сенсацией нового века. Известный голландский коллекционер барон Рене ван де Бург представляет в своей галерее неизвестную ранее картину «Игроки в мяч» работы Джузеппе Чезаре Дарпино. У этой картины много загадок. История этого шедевра начинается с 45 года, когда этот шедевр был вывезен из Германии одним советским офицером. Затем картина сменила много владельцев, и, пожалуй, только последний из них понимал, какое сокровище оказалось в его руках. Хотя полотно подписано именем де Арпино, есть основания усомниться в его авторстве. Манера письма чрезвычайно напоминает молодого Караваджо, который, как известно, именно в 1590 году прожил несколько месяцев в доме более благополучного де Арпино. Предполагаю, что за свое проживание Караваджо расплачивался своими работами. И очень символично, что как раз после игры в мяч произошла та самая злочастная ссора, в которой Караваджо с приятелями убил человека. Да, это еще не тот Караваджо. Он только ищет себя. Но уже ощущается рука гения, властителя царства света и тени. Теперь после реставрации картина приобрела свое прежнее великолепие. Это серьезно, это без дураков. Надо обмыть, иначе я себя перестану уважать. Вот из Рима вернусь послезавтра, и мы с тобой спортивный режим нарушим зверски. Ты посмотри каталог, барон, посмейся. Новые шедевры Караваджо. Действительно смешно. Ты представляешь, что ты сделал? Демиург хренов. Нет, ты представляешь, Климушка, чакры, открой. Угу. Вот все, что мы с тобой раньше делали, это ни в какое сравнение не идет. С Караваджо. Ай, да ну тебе, ничего ты не соображаешь. Сидишь вялый. Не, праздника хочешь, конечно. Так я тебе устрою этот праздник. Вот вернусь с Рима, и вон тебя просто, клянусь, реанимирую. Потому что творец без антрепренера – это как дитя в джунглях. Слышь ты? Клим, а ты отдыхать собираешься или так вот сразу
из огня, да в пламя. Ну почему? Можно и сразу. Уважаю. Нет, ты не представляешь. Ты, ну, хоть чуть-чуть что ты сделал. Да я-то понимаю. Я вот у вас хотел спросить, Виктор Евгеньевич, вы понимаете, что я сделал? Я? Я понимаю. Два эксперта проплачены. Угу. Третий независимый. Его барон пригласил для экспертизы. Так вот, этот третий громче всех доказывал, что это рука молодого Микеланджело Караваджо, а не старого Клима Воронова. Я вообще ему ни копейки не заплатил. И вообще я начинаю понимать, что люди без денег работают даже лучше. Вот-вот, я как раз об этом. О чем? О том, что я сделал, и о людях без денег. Ну, так. Интересно. Вообще, на самом деле, сделать подделку – это плевое дело. Это практически может сделать любой реставратор. Ага. А я сделал шедевр. Всего-навсего. Из света, тени, из ничего. Отсюда все взял. Я автор картины. И никто не будет об этом знать, если я не скажу. Клим, ты что, денег просишь? По моим подсчетам, ваша доля составляет 3 миллиона. Это просто ни в какие ворота не лезет. Платить мне 2%. Значит, ты рассчитал, да? Значит... Это по твоим расчетам. А ты подсчитал, сколько рыл задействовано вот во всей этой схеме? Не дешевых рыл европейского масштаба, где ты в этой схеме вот такой вот маленький винтик, то же самое, как и я. Я, который создал шедевр не хуже твоего. Вы мне обещали в случае удачи подарить свой Мерседес. А в случае неудачи? Ты будешь сидеть, творить, а я буду на нарах сидеть. Это в лучшем случае, а в худшем взлечу на воздух вместе с твоим Мерседесом. Не-не-не. Без. Чё? Взлетите на воздух без моего Мерседеса. Нахал. Ты не Караваджо, ты Аль Капоне. А что за людей-то вы ко мне приставили? Следить-то почему решили? Я не понял, ты сейчас о чем? Ну, перед вашим домом я встретил такое рыло отечественного формата. А, вот ты о чем. Ну, это свой человек, не переживай. Да нет, он не следит, он просто наблюдает, чтобы за тобой не следили. Не надо за мной следить, зачем? Да нет, они профессионалы, ты знаешь, они лучше знают, что они делают. А вот я тебя предупреждаю, что все, что у тебя в компьютере, эскизы, наброски, это все надо уничтожить. Я уже это слышал. А я тебе тысячу раз скажу, что это надо уничтожить, потому что эскизы сейчас – это улики, а улики нам сейчас не нужны. Это будет зависеть от того, как мы с вами договоримся. Так, значит. Значит, я тебе недостаточно точно все объяснил. И еще у меня есть... идея нового проекта. Какая? Караваджо. Не думаю. Это может быть подозрительно. Хотя... сейчас он в моде, барон его раскрутил. Христос пробуждает своих учеников в саду при свете луны. Я уже начал. Надо подумать. Я уж не знаю, как теперь с тобой договариваться. Я думал, что мы с тобой друзья. Вы у меня единственный, Виктор Евгеньевич. Серьезно? Без балды. Вы единственный, с кем я могу выпить за нашу удачу. Пей.
Погоняем? Просто выпьем за этот день, за прекрасный миг жизни. В твоей или нашей? Ну, даже если в моей. Неужели так трудно разделить это чувство, порадоваться за меня? Да мы разделим, пап. Но ты мог бы хотя бы показать эту свою творческую удачу? Ну, ты же знаешь, он уже 3 года нам ничего не показывает. Да что там показывать, я же вам говорил. Картина ушла к заказчику. Реставрация. Итальянский художник, 17 век. Поверьте на слово, получилось шикарно. Ну, чтоб ты так сиял из-за какой-то реставрации. Ну, во-первых, это не простая реставрация. Это такая реставрация, которую могу сделать только я. Помимо того, я получил немало денег. Ну, не до такой же степени, пап. Ну, не приставай к нему. Ты же видишь, он не хочет ничего рассказывать. Ну, что рассказывать-то? Ей-богу, у меня было прекрасное настроение. А вас как будто это не устраивает. Да не, ничего подобного. Мы тебе очень благодарны. За твои подарки, за деньги. Ты образцовый отец. И очень благородный бывший супруг. Боже, сколько сарказма. Мне просто хочется праздника. Ну, прости, если не угодили. Ты хочешь, чтобы я приехала вечером? А лучше прямо сейчас. Что за срочность? У тебя что-то случилось? Ты же не станешь меня спрашивать, чего я праздную? Нет, зачем мужика доставать? Захочешь, сам расскажешь. А, умничка. Только я тоже не скорая помощь. Вчера звонила, была не нужна, а сегодня, пожалуйста. Ну, подожди. Алло. Клим, извини, Викулов по твою душу. Ты не спустишься вниз, нечем за такси заплатить. Да, конечно. Сейчас, подожди. Ты не скорая помощь, ты мой врач-реаниматолог. Жду тебя сегодня вечером. Зоопарка такая. Уезжать надо. А Тимку, сына, оставить не с ним. Я его в лагерь детский отправлю. Уже и договорился, да? Он же парень у меня трудный. С ним проблемы сплошные. Чего так? А учиться не хочет. А я каждый день мучаюсь. Чего я ему не дал? Почему он балбес такой? У тебя контакты с ним есть? Да вроде, говорю, слушает. А слышит или нет, черт его знает. Даня, водки нет. Коньяк будешь? Клим, нет. Клим, я не пью. Я вообще не пью. Да? А что это я так смотрю? Ты такой чистенький. Женился, что ли? Да ты что? Не до того. Я пришел. Пришел тебе спасибо сказать. Да? За что? Да за все. Если бы не ты, точно, спился бы давно. Да ладно, брось ты. Может, тебе деньги нужны? А, я что пришел? Я же пришел-то. Чтобы тебе долг отдать. 200 баксов, что ли? Нет. Все. Фу. Вот. За все время. Я все помню. Я все подсчитал. Вот. 3000 баксов. Извини, что долго не возвращал. Ты что, квартиру, что ли, продал? Заработал. Где? Ну, ты еще спроси, чем? Ну, в общем, спасибо тебе. Угу. Я пошел. Давай. Погоди, а что на такси-то просил, а? Да рубли кончились. Вот только твои доллары. А остальные на кредитке. Я что-то не врубаюсь. Дань, поди сюда. Иди, поди. Поди сюда. Я что-то не врубаюсь. Сядь, пожалуйста. Сядь.
что-то не понимаю. Ты что, не знал, что ли? Что? Англичанка тебе не звонила? Ирен? Ну, ты же сам дал мне ее телефон 2 года назад. Я тебе давал ее телефон? Но ты еще сказал, покажи ей свои картины, пока она в Москве. Ты позвонил? Показал? Уже продала. Новый, старый. И старый, и новый. Я потом тебе все расскажу. Она 3 продала, а остальные, ну, как она говорит, я в этом ничего не понимаю, нарочно придержала. Выставку мою персональную устраивает. Вот туда и еду. В Лондон. Слушай, я себя чувствую, как парашютист начинающий. Я, главное, в английском не в зуб ногой, а там все-таки за граница. Я до сих пор не верю. Думаю, розыгрыш, дурка какая-то, что ли. Фантастика. Да и не говори. Ирен мне, значит, говорит, ты Дэн. Это я, Дэн. Ты, говорит, попал в конъюнктуру. Всю жизнь боялся конъюнктурщиком прослыть. И на тебе, попал. А я всю жизнь хотел попасть, и ни разу. Клим, ты чего? Знаешь, Дэн, первый раз в жизни жалею, что ты не пьешь. Ты чего? А что так? Да так вот. Хотел выпить. Погода наводится с хорошим человеком. Да видишь, что водки нет у хорошего человека. А вот сегодня у тебя будет полный комплект. Хоп! Осторожно, осторожно, поберегись, поберегись, осторожно. Тимка! Тимофей! Тим! Ты куда пропал-то? Ой, сыночек, дорогой ты мой человечек. Ты что, пил, что ли? Вот так мы обещания держим. Потом не говоришь, что я школу прогуливаю. Ну, ты не прав, Тим. Ты в корне не прав. Я был у друга, у гениального мастера. У Клима, что ли? Ну? Ничего не потерял, пока квасили? Да нет. И не пьян я. Не пьян. Чемодан классный. А костюм суперский. Клим сам помогал выбирать. Он знает. О, погоди, погоди. Сейчас. Ну-ка. Во! Ноутбук! Блин, пап, ну ты реальный попец. Сейчас интернет подключу. А я не знал, что подарить. Это Клим посоветовал. Так он правда гений. Ну, гений. Да. Гений. Тим! Тим! Чё? А ты не мог бы для меня одну штуку в интернете посмотреть? Да нет проблем. Только давай, ты больше не квачишь, а я больше школу не прогуливаю. Замётано. Смотри. Алло. Лера,
Данила, тут такой момент. Что случилось? Что случилось? Что-то с Климом? Да, я как раз о нем. И что? Что еще такого, чего я не знаю? Ты ничего не знаешь. Он в беде. С ним плохо. Очень плохо. Он влип. Серьезно влип. Ой, ну ты меня напугал. Ты как попала сюда? А что, я звонил, ты не открывал. Был в ванной, ничего не слышал. Я просто подумал, что-то случилось. У меня же ключи от студии. Какого черта ты врываешься ко мне посередине ночи? Да извини, я погорячилась. С какой стати? Да ни с какой. Я вижу, у тебя все в порядке. Так, музыка, выпивка, да? Старая паранойя. Пьянки, бабы, кулянки. Ну иди проверяй, иди проверяй. Да не буду ничего проверять, господи, мне все равно. Да не все равно тебе. Не все равно ни себе, ни людям. Мы с тобой 3 года не живем вместе. И ты меня не можешь оставить в покое. Да живи как хочешь. Это просто Викулов твой сбил меня с толку. Он сказал, что ты в беде, тебе плохо, ты пропадаешь, ты делаешь что-то не то. Что он тебя наплел? Уже не важно. Да он пьяный был. Нес какую-то ахинею. Криш поехал от счастья. Может быть. Чего он тебе сказал? Что ты трус. Что ты никогда не признаешься, что у тебя на душе. Извини, я прибежала, как идиотка. Я пойду. Лера! Лера! Лера, подожди! Подожди, что он тебе сказал про мою работу? Что ты самый-самый талантливый, а пишешь фальшивки. Что? Я не приду к тебе больше. Лера! Да. Сигарету дай, пожалуйста. Дай. Ты что, с дуба рухнул? Пойди, проверь, посмотри. А если бы она проверила? Мне такие разборки не нужны, Клим. Никуда она не пойдет, проверять ничего не будет. Она порядочная женщина. Да, порядочная истеричка. Что ей надо от тебя до сих пор? Она что, все еще ревнует? Нет. Долдон Викулов ей что-то наболтал. Что? Я, по-моему, сделал ужасную глупость. Какую? Долго рассказывать. Неужели я ему показал? Ну почему ты молчишь? Даже ты, Ирен, и так говорит. Почему ты ни черта не делаешь? Да, я не молчу. Я просто разговариваю по-своему. Гонишь? Ну покажи. Ну покажи хоть мне, как другу. Пойдем. Иди сюда. Пойдем. Я тебе такое покажу. Смотри. Это не Караваджо. Это я. Никому неизвестный художник. Во всех самых знаменитых музеях мира выставлены мои полотна по чужим именем. Шучу.
куда ты лезешь? Что ты орешь-то на меня? Отсюда. Что ты мне хамишь? Мне тоже интересно, что там рисуешь у себя. Ладно, прости меня. Больше меня ни о чем не проси. Я здорово влип. Что, мне уехать? Да. А я бы хотела остаться. Чего спрашиваешь тогда? Да пошел ты! Это Тома. Здравствуйте. У меня плохие новости. Очень плохие. Что-то я во всем этом как валенок в шоколаде, а? Может, побриться? Да нет, лучше не будет. Кто там? Извините, пожалуйста, это ваш сантехник из ДЭЗа. Здрасте. Доброе утро. Извините, пожалуйста, а вы один дома? А что такое? Да я смотрю, вы не из душа, а к нам в подвал от вас что-то течет. Да быть такого не может. Да. Ну, пойдем посмотрим. А может, кто-то еще мылся? Да никто не мылся. Кто мог мыться? Дом старый, трубы. Оп. Папа. 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 Папа.
Лев Михайлович? Да. Вас ждут, пройдемте. Селиванов? Да. Слушаешь меня? Труп отправили. Встречай. Группа на месте, работает. Пришел. Спасибо тебе сказать. Персональную выставку мою устраивает. Вот туда и еду. В Лондон! Ты же мне всегда говорил, пиши, Данька, ни под кого не подлаживайся, никого не слушайся. Пиши, как боженька тебя ведет. На него же работай. Клим Михайлович, оперуполномоченный Неходов Олег Иванович, вы давно знакомы с потерпевшим? 23 года. А вчера с ним виделись? Он приезжал ко мне. Тимофей. Угу. А я Капронов. Игорь Денисович. Где же ты от них спрятался? За окном. За окном? Угу. Там труба. Ага. На твоего отца напали вампиры. Я не сказал, что вампиры. Я сказал, что похожи на вампиров. Странно не то, что его оценили, а то, что он практически как бы сам не стремился к успеху. У него в Москве даже выставки не было. А тут Лондон. Не могу себе представить, кому нужно было его убивать. Вы не слышали о такой картине «Игроки в мяч»? Какой картине? «Игроки в мяч». Автор, художник Микеланджело Мерези или Мерези? По кличке Караваджо. Шутка юмора. Юмор. Нет, не слышал. А почему он попросил тебя найти в интернете эту картину? Не знаю. Он не сказал. Ты нашел. И как твой папа отреагировал? Расстроился. А потом позвонил Валерии. Он ей звонил. Вроде бы. Зачем? Так вы спросите у нее, я не знаю. Ну, мы у нее обязательно спросим. Только мне куда интереснее знать, что она вам сказала о разговоре с Викуловым. Ну, это относится к нашим личным отношениям. Моих с Валерией. А при чем здесь Викулов тогда? Общий друг. Наш с Валерией. Он всегда за всех переживал. Сына очень любил. Я не знаю, вам это важно? То, что я рассказываю. Да черт его знает. Может и важно. А может и нет. А ты ловкий парень, Тимофей. И везучий. Наверное, товарищ майор. Извини. Вскрытие, как говорится, покажет. Но внешних признаков насильственной смерти нет. Если бы мне показали мальчика, то это вообще бы сошло. За смерть от острой сердечной недостаточности. Спасибо. Угу. У тебя здесь из родных никого не осталось? Нет. Ну, что будешь делать? Я их найду. Этим и без тебя займутся.
Я их всю жизнь искать буду. Да, попал парень. Я его к себе заберу. Как знаете. Тим, поедешь со мной, поживешь у меня, ладно? Хорошо. Возьми. Если что, звони, поможем. Mm. Угу. Ну ладно. Ага. Клим Михайлович, возможно, вы еще понадобитесь. Так что из Москвы никуда не уезжайте. Хорошо. Я к вашему услугу. Ты мою дочь знаешь? С Анжелой знаком? Знаю, но не знаком. Ну, познакомишься. Заодно перекусим. Хорошо. Дай курнуть. Ты бросила. Мутное это дело какое-то. Попытка ограбления. Пацан спугнул. Не скажи. Вообще, мы правильно делаем, что отпускаем его с этим художником? Какой-то он такой. Какой такой? Ну, давай, машину садись. Ни денег, ни ценности не взяли. А, творец намерения. Вкусно? Но если не нравится, не ешь. Вкусно, спасибо. Нужно поговорить. Присмотри. Клим, я ничего не понимаю. Шу-шу-шу. За что? Кому он мог сделать что-то плохое? Что это за люди такие? Я сам ничего не знаю. Он за всю жизнь никого не обидел. Он был добрейший души человек. Как это могло случиться? Я не знаю. Я сам хочу это выяснить. Подожди, а что с Тимкой будет? Сейчас успокойся, пожалуйста. Не задавай мне лишних вопросов. Выслушай, что я тебе скажу. Ну хорошо, хорошо, я слушаю. Тебе уже звонили из милиции? Ну да, такие общие вопросы. Данька тебе рассказывал что-нибудь про Караваджо? Когда? Ну вчера вечером, когда звонил тебе по телефону. Да при чем здесь Караваджо? Игроки в мяч. Какие игроки? Ты о чем? А почему ты все время спрашиваешь меня, что Даня сказал? Ты что-то не договариваешь. А может, стоит сказать? А? Как-то страшно рядом с тобой. Алло. Климушка, дорогой, это я. Вы уже дома, Виктор Евгеньевич? Да. Слушай, я так удачно съездил. Ну ладно, потом. Нам стоит ускорить выход следующего продукта. Да, наверное. А я хотел тебя вдохновить. Сразу 50%. Ты как, не возражаешь? Если готов, приезжай прямо сейчас. Спасибо большое, сейчас не могу. А что такое? Несчастье у меня. Друг погиб. Убили его. Жаль, жаль. Я слышал, талантливый был парень. Помощь нужна? Нет. Я сам справлюсь. Ну, смотри, смотри. Только береги себя. Ты же знаешь, как ты для меня дорог. Ну, держись, Клима, держись, пока. Достал шприц и какой-то яд ему всадил в плечо. Я спрятался от них за окном на газовой трубе.
Они искали и не нашли. Я мог что-то сделать. Я мог его спасти. Здесь кто-то без меня похозяйничал. Кто? Тебе здесь нельзя оставаться. Тебе сейчас обратно нужно будет отвезти к Валерии. Да никуда я не поеду. Не спорь со мной. Я и не спорю. Не поеду никуда, и все. Чего тебе там не понравилось? Я вас одного тут не оставлю. Это же они тут были. Козлы эти, вампиры. Не обязательно. Сами знаете, что они. Стали бы вы меня отсюда отсылать. Даже если они, тебе здесь опасно. А вам не опасно? Я взрослый. Я уже видел, как взрослого убивали. И второй раз смотреть не собираюсь. Что ты собираешься делать? Сейчас запремся. Позвоним тем ментам. Возьмем молоток и топор, если что, отобьемся. Звонить не будем. Ночь на дворе. А киллеры круглые сутки работают. И менты тоже должны. Они вот визитку оставили. Где у вас тут телефон? Не надо, мы звонить никуда не будем. Я им не дам вас ухайдохать. Вы следующий, понимаете? Не ори на меня, я у себя дома. Я здесь решаю, что мы будем делать, а что нет. Понял? И не обижайся на меня. Нельзя так давить на взрослого человека, кричать на него. А вы про Анжелу подумайте. Вы, как отец, еще долго нужно будете. Дурдом какой-то, ей-богу. Я вообще не пойму, Клим Михайлович. Чего ты еще не понимаешь, Тима? Хороший вы человек или нет? Тимофей, не бывает плохих и хороших. В каждом все перемешано. И свет, и тень. Тогда грязь получается. Серая грязь, когда всего перемешано. Так отец говорил. Давай свою визитку. Утро нельзя было подождать. Я чую, Игорек, где собачка порылась. Ну что, мы договорились? Сижу здесь, не вылезаю, ни во что не вмешиваюсь. Ну вот правильно. Я им сам там все объясню. Хорошо? Если нужно будет, я тебя позову. Ладно. Ну все. Извините, пожалуйста. Я просто не хочу, чтобы паренек слышал. Все тут довольно серьезно. Ну, давайте ближе к делу. Клим Михайлович, я майора из постели вытащил, потому что вы мне сказали, что вашей жизни угрожает опасность. Да уж, такими словами не бросаются. Мне нужно сделать очень важное для себя заявление. И вы не хотите, чтобы мальчик слышал? Клим Михайлович, вы убили Викулова. Что за глупость? Хотя, по сути, наверное, так. Когда я разговаривал с ним по телефону, я не назвал имени, но сказал, что у меня убили друга. И вдруг он говорит: «Я знаю». Талантливый, говорит, был парень.
Понимаете, да? Откуда они узнали, что вы проболтались Викулову? Дело в том, что он меня познакомил с одной девушкой. Сейчас я понимаю, что она просто за мной шпионила. Вот и все. Виктор Евгеньевич Бояров? Известный коллекционер с мировой репутацией, с такими связями? И с хорошими адвокатами. Вы понимаете, что мы не можем его голословно обвинить в продаже фальшивок, тем более в организации убийства. Клим Михайлович, странные вещи вы нам рассказываете. Вы понимаете, что являетесь участником преступной организации? Вы делали там неплохие деньги, и поэтому понесете уголовную ответственность. Мне, наверное, стоило бы сначала посоветоваться с адвокатом. Но времени нет. Твою, нету времени. Нету доказательств. У вас есть какие-то материалы, эскизы, файлы? Я же сказал, им пришли люди, все перевернули. У меня ноутбук украли. В таком случае на суде это будет выглядеть как бред непризнанного гения. С манией величия. Давайте, давайте, выкладывайте все до конца. Иначе мы с коллегой вас можем неправильно понять. Клим Михайлович, вы убили Викулова из зависти. К тому же с бывшей вашей женой он часто общался. Это поэтому, да? И как убил? Как? Воткнул шприц с ядом в сердце? А что? Как? Вы реставратор, почти химик. У меня есть доказательства. Вот здесь все файлы моих работ. И второе. Все мои подделки помечены. И метки могу указать. Только я. Уже что-то. Первый раз вижу человека, который с энтузиазмом сливает самого себя. Мне важно, чтобы я был в безопасности, и мои родные, чтобы тоже были в безопасности. Верное решение, Клим Михайлович. Ну, потом я рассчитываю на какое-то снисхождение, если будет суд. Мы таких гарантий не даем. Дай-ка я посмотрю. Скотина же ты, Неходов. Человек нам доверился, а ты даже не хочешь его поддержать. Ну, для этого есть вы, товарищ майор. Да уж, я постараюсь. Тихо, тихо, Клим Михайлович. Будете слушаться, с вами такого не случится. Кто вы? Кто вы? Ваш друг. И друг Виктора Евгеньевича, которого вы так подло сдали. Я никого не сдавал. Вы его убили. Нет, это вы его убили. Как и Викулова. Молчали бы, все были бы живы. Кто еще знает? Никто, больше никто, ничего. А ваша бывшая жена? Нет, 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 она не знает. И Викулов тоже не знал. Не надо было его. Мы не успели разобраться. Где мальчишка? Не надо бояться. Сейчас мой человек отвезет вас к Виктору Евгеньевичу. Я никуда не поеду. Поедете. Нет, не поеду. Вы слишком ценный кадр. Он добрый человек, он вас простил. Будете рисовать дальше. Я никуда не поеду. И рисовать ничего не буду. Будете. Не буду. Будете. Еще как будете. Не надо было его. Тимофей. Ха!
Джек, кажется, тоже любил подраться. Вы думаете, Клим Михайлович, я из-за вас хорошего парня шлепнул. Мне теперь никому не жалко. Димка! Малыш. Тима. Ты где? Тимош, давай поговорим. Здесь за окном трубы нет. Поднимайся наверх, ты мне нужен. Все очень плохо, прибраться надо. Тихо! Тима, не бей его! Сука! Не бей его! Тима! Отпусти! Отдай ему отцу! Это он отца убил, ты кого защищаешь? Тебя, дурачок! Он отца убил! Тихо. Отпусти, я его убью! Никого ты не убьешь! Они убивают, им можно! Они убивают, а мы убивать не будем, понял? И отец бы твой так же сказал. Успокойся. Как не противно, они нам еще пригодятся. Как не противно, это может пригодиться не вам. Где майор? В ванной. В ванной. Где ванна? Там. Там. Где? Там. Там. Японский мамонт. Игорек, кто тебя так? Догадайся 4 раз. Тима. Спокойно, Клим Михайлович. Брось пушку! Ты чё, пацан? Ты это, забери у ребенка оружие. Да ничего, пусть поиграет. Брось пушку, я сказал! Брось. Ты чё, обалдел, что ли, в человека целиться? Пистолет! Давай его сюда. Где остальные 2? В окно выбросил. Брёшь? Обижаете! Вы стрелять умеете? Я не собираюсь стрелять. Я вообще его выброшу к чертовой матери. А защищаться чем? Мозгом! Мозгом, Тимофей! Давай говори, раз умный такой. Ну, все похаваем. Mm-hmm. Пойдем к ментам брать за жабры этого майора Липового. У ментов уже были. Вернее, они сами к нам пришли. А майор не Липовый. Настоящий. Ну, куда он тогда? Боятся и все? Нет. Сейчас поедем к Валерии. Отвезем ее на дачу. К моим друзьям. На всякий случай. Ну, а потом к ментам. Потом утром, может быть, к ментам. Ну, что ждать? Вот они сами к нам приехали. Стой тихо, ничего не говори. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Это случайно не ваша машина? Нет.
Я бы от такой не отказался. Ну, я бы тоже такой не отказался. Мужики, не ваш мэр стоит? Не видели, кто на нем подъехал? Как мы оба врубились-то, что отвечать? Да я вообще не понимаю, что происходит. Да ежу, понятно, ищут нас. А мерсик жалко. Ну-ка, стой. Спокойно, Клим Михайлович. Мы их сейчас вырубим обоих. Есть один смертельный номер. Сержант Ласкин. Так-так. Сдается мне, ребята, что все-таки ваш Мерин стоит. Документы, будьте добры. А я не понимаю, Игорек. Я не понимаю. Я считал, что ты профессионал. А ты все лажаешь, лажаешь. Выкрутимся. И не такое бывало. Я не знаю, что у тебя там в уголовке происходило, но я не лажаю. Я не могу себе этого позволить. Да это непредвиденные обстоятельства. Виктор, я не хочу слушать все эти подробности. Кто мне обещал, что все будет тихо? Что никакого насилия не будет? Никакого криминала? Так кто знал, что там мальчишка этот будет? А что он в мастерской Клима будет? Тоже не знали? Знали. Но там Неходов вмешался, там... Ой, одно на другое. Да пацан этот, подонок конченый. У меня сын мелкий такой же. Дай сюда. Я не знаю, ну, чтобы вот это вот зоологическими именами, чтобы он вообще со мной дел не имел. Прошу тебя. Ой, у меня точно сотрясение мозга. Он мне помог. Меньше пить надо. Меньше, когда сотрясение. Был форс-мажор. Воронов позвонил Олегу, моему напарнику. Это хорошо, что он меня вытащил. И все слил. Да. И тебя лично. И картинки твои. И диск показал с файлами. Я парня положил хорошего. Я с Олегом 3 года работал. Ну, служака, он бы тебя упаковал в 2 счета. А ты меня. Так что решать надо было. Да ты пойми, Игорек, что у меня там. У меня там очень серьезные деловые партнеры. И если что не то, то мы с тобой до суда не доживем, Игорек. Значит так, где Воронов? Где наш мастер света и тени? Ищут его. Куда он денется? Ну, в том-то и дело, не дай бог, найдут. Кто ему поверит? Ему нет, а файлам его и меткам на картинах, вот. Ой, это самый большой геморрой, эти метки его. Когда его найдут, я первый узнаю. Да ты пойми, Игорек, мне в Голландию лететь надо, на встречу с бароном. Если Воронов раньше пасть раскроет, то все, мне триндец. Угу. Мне тоже. Так. Поэтому, мужики, нам надо его найти раньше. Как вы это сделаете? Я уже сделал. Нашел? Нет. Но принял меры. Вот эти ребята... Зоологическими именами. Да, вот-вот. Они уже работают. Только не надо мне, вот знаешь же, без подробностей вот этих вот. Мне нужен результат. Пожалуйста. Вы только с результатом сразу определитесь. Вам художник живой нужен или классик? Это в каком смысле? Тот же художник, только зажмурившийся. Вот оно как значит. Неожиданный поворот в деле об убийстве художника Данила Викулова. На квартире одного из ключевых свидетелей было совершено нападение на сотрудников уголовного розыска. Один оперативник был убит, второй тяжело ранен. Похищено табельное оружие. Следствие располагает приметами подозреваемого, ну и так далее. Понимаете, что это значит? Коли их нельзя. А еще? Телефон я уже отключил.
А еще? Я не такой догадливый, как ты. А я такой. Че у вас? Сколько бабок с тобой было? 60 тысяч. Ну, благодаря тебе 59. Значит, мы еще 59 раз можем уходить из погони. И каждый раз ментам по штуке растет. Ну, мы практически неуловимы. Давай серьезно. Ну, серьезно. Вот тут вот про меня ни слова. Значит, майор Липовый это на меня не стучал, потому что заочковал. Не скажет же он своим ментам, что я заодно с вами. Я же сын художника Викулова, я не могу быть заодно с преступником. Я ваше алиби. Оценили? А чего дальше? Дальше ищем честных ментов. Где-то они должны быть. Ну, знать бы где. Ой, да нам продажные сгодятся. У нас же бабок столько, купим сколько надо и все. Для начала весь компромат сольем в интернет. Идет? Нет, 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 нет. Не надо, Дима. Они такие люди, очень опасные. У них бабок больше, чем у нас. Да при чем тут бабки? Я же вижу, вы чего-то другого боитесь. Пацан, можно у тебя телефон позвонить? Без проблем. Спасибо. Пожалуйста. Я позвоню, пойду. Алло. Лера. Здравствуйте, Клим Михайлович. Алло. Алло, вы что молчите? Кто это? Ваш друг. Не узнали? А я вам звоню, но у вас аппарат отключен. Да. Валерия с вами? И не только она. Пап, пап, с вами все хорошо, я маме трубку передаю. Алло, Клим. Тут нас развлекает трое симпатичных галантных мужчин. Только не надо говорить, сколько нас здесь. Так хочется, чтобы он подвиги совершал. Лера, не волнуйся, все будет хорошо. Все будет нормально, Клим Михайлович. Если вы подъедете к нам как можно скорее. Слушайте, зачем вы так? Они же не виноваты. Я виноват, я и отвечу. Ничего не случится, если вы сделаете все как надо. Да, конечно, конечно. Я сделаю все, что вы хотите. Я верну деньги, отдам диск с файлами и клянусь держать все в тайне. А вы их отпустите прямо сейчас, хорошо? Не болтайте ерунды. Ваша жена и дочь мне не нужны. Нужны вы, оружие, которое вы у меня забрали, и мальчик. Клим Михайлович, мальчик тоже должен быть здесь. А его нет. Он сбежал от меня. Как это нет, когда я здесь? Ты... Ну не могу же я его с собой силком тащить. Я не знаю как, но без малыша мы не договоримся. Ты нам выбора не оставил, мазила ты собачий! Или делай, как тебе сказали, или своих дамочек получишь по кускам. У тебя сейчас времени ни минуты больше. Ну, куда надо ехать? Давай быстрее. Или засекли волки. Ну ничего, сейчас приедем с ними разберемся. Едем, едем. Эй, шеф, тормози! Да что это? Это не ты едешь, это я еду. Почему? Да потому что тебе там опасно, Тима. А тебе не опасно? Ты остаешься здесь для очень важного задания. Для какого задания? Вот, слушай. Вот файл. На русском и английском языке. А вначале адрес. По этому адресу отправишь. Понял? Не понял. Тима. Мне некого больше просить. Отправишь в том случае, если поймешь, что... Ну, со мной что-нибудь случилось. Не раньше, хорошо? А деньги на твои. Ну, ладно, все. Пока. Езжай домой, я позвоню. Эй, куда?
никуда! Я не согласен, я не продаюсь, понял? Я с тобой поеду. Тима, тебе нужно отправить файл. Ты никуда без меня не пойдешь. Тима, это моя семья, это касается только меня. У меня нет семьи, да? Мне не что драться. Ты это хотел сказать. А мой отец имеет к тебе отношение. Почему ты все время Тима. Ну все, тихо, иначе я тебя ударю. Не ударишь, ты меня ничего сделать не можешь. Какой же ты гад, Клим Михайлович. Да, я очень плохой человек. Одна тень и ни капли света. А самое ужасное, что все это случилось из-за меня. Я причина. Я такой же подонок, как и они. Тебе не нужно мне помогать. Не нужно. Ну, привет. Здравствуйте, Клим Михайлович. Проходите, не стесняйтесь. Спокойно. Спокойно. Чистый. 59 000. Диск с файлами. Никакого диска не будет, пока я не увижу жену и дочь. Пожалуйста. Папа. Диск. Есть. И я собственной персоной. Надеюсь, для обмена хватит? Не хватит. Сидеть! Игорек, ты нормально? Нормально. Где мальчишка? Я же сказал, притащить этого маленького ублюдка. Я не смог его привести. Он сбежал от меня. А с тобой художник. Все будет очень плохо. Я же сам пришел. Чего вам еще надо? Ну и дурак. У тебя теперь только один вариант остался. Ты исчезнешь. И надолго. Будешь сидеть в подвале и ваять свои шедевры. И пока ты будешь грести на этой галере, твои бабы будут дышать. Я еще не все сказал. По рукам и глазам не бей, они мощь пригодятся. Куда? На место! Ну, на какое место? Я у себя дома, ты понял? Мам, не надо! Подожди. Если там все не прекратится, я такое устрою. Весь дом сбежится. Я женщина больная. Я женщина глупая. Я за себя не ручаюсь. Ты... Я тоже за себя не ручаюсь. Вставай, Караваджо, вставай. Ехать пора. Зря вы меня не выслушали. Вставай, у нас нет времени. Надо было выслушать. Если сейчас
я и вся моя семья не выйдем отсюда живыми и здоровыми, к вечеру по всем инстанциям уйдут письма по интернету. Там все ваши имена, все про кровать, все про метки на картинах и про Виктора Евгеньевича. Тоже все. Ты что, нас на понт берешь, мазила? Здесь лохов нету. Так и я ведь тоже здесь. Вот такие, братцы, дела. А чем ты докажешь, что это не блеф? Да ничем. Да я говорю, гонит он все. А если я сейчас возьму твою дочку? Ничего не смогу сделать. Письма уйдут. Да кто отправит? Тот, кто покруче, чем все вы. И никто ему не помешает. Щенок. Пацан, что ли? А как я еще мог подстраховаться? Он отправит, он даст показания. А где гарантия, что ты не отправишь письмо потом, после того, как мы вас отпустим? А зачем? Так я ж замазан. Я ж под статьей. А деньги и Мерседес я себе возьму. Я их все-таки заработал. А ты вообще не наглей. Бабло еще не твое. Подожди, не спеши. Я еще ничего не решил. Так и не вам решать. Менты? Вряд ли. Мне бы уже сообщили. Да и не будет Клим Михайлович своей семьей так рисковать. Попался, спиногрыз! Вот так сюрприз. Я тебе покажу, стрелок, как в дяденьку целится. Хорош драться, ты по делу пришел. Да ты деловой. Лещ, проверь, нет у него молотка. Вот что у меня есть. А что это? Это письмо, которое вот этот гад просил отправить, если не вернется. Так что теперь можешь и не возвращаться. Письмо? Если его отправить, все ваши коды крышка. Там все про вас, про всех. Что ж ты делаешь, Дима? Что захотел, то и сделал. Это из-за него все. Он мне сам все рассказал. Из-за него бать погиб. И что ты за это хочешь? Бабки его. Это же справедливо. Я сначала погорячился, отдал ему. А потом думаю, какого хрена? Какой умный мальчик. Даже слишком. А ты не подумал, малыш, а зачем я буду отдавать тебе бабки, если ты это письмо у меня? Чего? Того. Не такой уж ты умный мальчик. И не нужно было тебе бить меня молотком. Не трогай, парня. Сиди! А ну-ка, сиди! Сиди, сказал! Клим! Назад! Назад пошла! Клим Михайлович, значит, из этого ствола вы пристрелили моего напарника, а на следующий день прикончили мальчишку и исчезли со своей бывшей женой и дочерью. Черт, это не мое. Это ствол не Ходова. Вот этот ваш? Оружие на пол! И ты тоже! И ты брось пушку! И ты, амбал, брось нож! Брось пушку! Малыш,
стене все! Малыш. К стене, сказал! Малыш, ты для кого стараешься? Он же тебе сказал, что он подставил твоего отца. А я ему не поверил. Ничего, Клим, прорвемся. Тимофей. Назад! Отпусти его! Удавлю! Отпусти его, урод, застрелю! Отпусти, сволочь! Отпусти! Ну что, получилось? Лера, на кухню! Лера, на кухню! Брось пушку. Отпусти, парня. Отпусти, парня. Сука! У тебя есть 5 секунд, чтобы бросить эту железку. Отпусти, парня. Брось пушку. Отпусти, парня. Отпусти, парня! Соседка скандальная, сейчас не прибили. А мне терять нечего. Я тебя грохну, все твое семейство с этим ублюдком. Клим, стреляй! Стреляй! Не посмеет. А пацанчик смог бы. Ну, стреляй. Ну, смелее. Ну, давай. Ну, смелее. Караваджо тоже убил человека. Ну, давай, ну, смелее. Гнилой ты человечишка. Клим! Клим! Потерянных или похищенных во время Второй мировой войны. И вот после стольких лет трудов, безнадежных поисков, разочарований, судьба вознаградила меня целой бриллиантовой россыпью потрясающих находок. Все вознаграждено. Из пепла, из тлена мы возрождаем шедевры человеческого гения. Я хочу поднять этот бокал за тех, кто ищет, борется, не сдается и находит. За вас, мой дорогой барон. Merci. Но я хотел бы представить вам этому моих новых друг. Друзей. Санте. Санте. А еще я хотел бы сделать еще одно маленькое открытие, связанное с моим обожаемым Караваджо. Караваджо. Неиссякаем. Да. Я нашел маленький закодированный синятюр, подпись. У моего обожаемого автора «Лежер де пом», «Игроки в мяч». Невероятно. Allons, je vous en prie. Оказалось, что если снять с картины реставрационный холст и подсветить картину стиль, то появится надпись. Потрясающе. Это сделал сам Караваджо? Это не Караваджо. Как? Так. Вуаля. Так гласит надпись на чистый русский язык. Этот феномен, я думал, объясняй, господа из департамент полис и офис Интерпол. De tout cela, мне сообщил votre ami, votre copain, художник Клим Воронов, по интернет. Tout le reste, он мне сказал, правда. Остроумно придумано, а?
все фуфло, умоляю тебя. Они как сядут, так и слезут. А я вот вышел под залог. Адвокат мой роет как рот. А эти лохи пускай на следствие трындят, что хотят. Прямых доказательств нет. Все это поклеп и клевета. Понял? Так что все на мази. Дела идут, которая пишет. А я тут себе новый мерин взял. Это мечта. Старый, эту рухлядь я сдал. Плохие руки, кстати говоря, чтоб он там себе шею свернул. А этот вообще прелесть. Сделал себе подарок в память о Караваджо. Вот сейчас как сяду, нажму на газ, как джедай полечу. Трагическая гибель известного бизнесмена и коллекционера Виктора Боярова серьезно осложнила расследование этого громкого преступления, раскрытого благодаря показаниям ныне скандально популярного российского художника Клима Воронова. В руках полиции оказались лишь рядовые члены международной преступной организации, занимавшейся подделкой и сбытом произведений искусства. Любопытно, что после раскрытия этой аферы фальшивый шедевр «Игроки в мяч» оценивается специалистами в суммы, не намного уступающие стоимости картины в тот период, когда она считалась подлинным творением Караваджо, великого мастера света и тени. Таковы причудливые гримасы рынка художественных ценностей. Сегодня для того, чтобы прославиться, надо быть мошенником. Ну, ты в этом преуспел. Воронов поздравляет тебя. И еще выставка в Лондоне. Я рада, что тебя не посадили. Я рада, что ты опять выкрутился, что ты опять стал успешным, богатым. Я рада твоим цветам. Я рада всем твоим словам. Но я не рада за тебя. Когда я шла к тебе, я хотела сказать совсем другое, но увидела тебя и вспомнила все 3 года унижения, равнодушия, страх, когда пришли эти люди. Даню Викулова, которого уже не вернуть. Я не смогу быть с тобой, Клим. Не смогу. Прости. А ты сказал ей, что от выставки в Лондоне отказался? Что надо было? Конечно. Хочешь, я с ней поговорю? Что ты ей скажешь? Что не бывает плохих и хороших. Что в каждом смешанный свет и тень. Ты же сам говорил, что тогда грязь получается. Это когда ты выбрать не можешь. А ты же выбрал. И потом, ты талант. Нет, Тим, я не талант. Я только копировал чужие миры. А ты еще найдешь свой? Ты еще не нашел. И она простит тебя. Я ж простил. Простил? Угу.